О, боже. Слав, отойди, пожалуйста. Слав, не подходи, пожалуйста. Не подходи так близко, ты что делаешь? А пенис показать? Не показывай, пожалуйста. Слав, не показывай, отойди, пожалуйста. Okay, let's go, guys. Now we are going to eat some shit. Eat. Еще 300 километров. Ебаный, сука, в ротик. Ебать, тут кенты, нахуй, адыгайские, ебу, блядь. Не на квартире тут два раза стрятны, не настолько. Что? Не курим. Не курим. Нормально, седай, ебать. Бля, надо выделять. Вот, а генеральная уборка нашей квартиры, это когда моют все окна. Протирают вообще все-все, у нас стоило 5000. С приездом, хуй. Пошел нахуй. Посмотрите на эту хозяюшку. Ой, выбирает она все, ебаный сыр. Сейчас будем молодежь, бля. Хоп-хоп. Давай, разъеби что-то. Слышишь, Вадя? Разъеби что-то. Разъеби нет, что-то. Подожди, я только в Киев приехал. На, очкошник, блядь. Подожди, ты это басишь, это не... А ну, срази. Дай мне перу, дай. Дай, держи, ёбнус. Здорово! По фасту рассказываю, как поднять немного скинчиков на сайте kscraft.net. Закидываем деньги на счет, идем играть сначала на крафтер, а потом на роллскинс. Крутые скинчики выводим. Но пока вы не пошли закидывать деньги на счет, в описании будет ссылка на бонус. 5% к вашему депозиту. Уточню, ссылка в описании. Здорово, 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 здорово. Нет, мне так жопы воняет, Кать. Это ты со мной решил поделиться? Я решил, да, каким. Ну да, да, откровенным самым, бля, я обосрал с Катю. Блин. Как мне трусы постирать, пиздец? Тебе помочь? Постирай мне трусики, блядь. Пообещай парням, что мне трусики постирают, еще трусики, блядь, и этот... И что еще? И носочки. Ты же сам просил не стирать их. Не, стирай, но. У меня трусы, блядь, с говном просто засохшие. Зачем ты решил... Пообещай, что постираешь мне вот сегодня. Подожди, а чё, а что с тобой случилось, что ты решил их постирать? Чё, Амина сказала фу? Ну да, Амина сказала фу, блядь. То есть она сказала, что я больше на раз постиранный, да? Ну да, да. Но они как бы на мне долго не задерживаются, но в любом случае. Все понятно. То есть ради меня ты их не стирала, а вот ради Амина, да? Ну да. Понятно, я сделала выводы. Не знаешь, что сегодня приснилось, что у нас в квартире, бля, потайной вход для бывших владельцев. Где Гарри Поттер? Не-не-не, это в шкафу. Ну, вот у меня на втором этаже. У тебя на втором? А у нас все поделения, да? На первом этаже я, где кухня, короче. Да, да, да. Рядом с кухней и, блядь, со сральником, нахуй, с парашей, блядь. Ну понятно, спасибо, Слав. Катюш, хочешь, у тебя сегодня трусики слетят? Как тебе такое ответ? Ты был к нему готов? Конечно, именно поэтому я нашел ту, которая хочет. И кто же это? Расскажешь? Это Строгой. Строгой всегда не прочь, блядь, так сказать, лишиться трусиков, блядь. Думали о свадьбе? Сколько детей планируешь? Детей штук 40, я думаю. Слав, а о свадьбе думали? О свадьбе? Я жду, пока ты мне предложение сделаешь. Ну нет. Ну да. Нет. Ну, давай да. Тебе трусы постираю, а ты мне предложение сделаешь. Предложение. Посмотрим, смотря как трусики постираешь, бля. В прошлый раз ты мне постирал, я приехал, у меня все желтые, блядь. Блин, я не знаю вообще, как это. У тебя просто они, видимо, быстро пачкаются очень. Тебе же сказали, в ванну надо ходить. Ну так что? Ну вопрос ты не ответил, Слав. Человек заносил, а ты его игноришь. Когда свадьба? Да. Ну лет через 5. Лет через 5, ребят. А детей. То есть стример, бля, весь стиль тебе будет весь стрим сидеть. Через 5 лет, бля. Уже титьканы обидели. Я не знаю про какого-то стримера. Но... Якадзе 007 слышал такая, блядь. Ну, у меня нет. Который жопку спалил в начале стрима. Вообще пофиг. Такая, знаешь, повернулась, типа, поправить картину, там бац. А там чуть видно не было, специально не вульгарную. Хоть тебя не было, там прям дыру прям было видно, у тебя не провалились на задницу. Блин, опять? Да. Ну, с одной стороны, удобно, можешь сразу USB-провод подключить. О, боже. Слав, отойди, пожалуйста. Слав, не подходи, пожалуйста. Не подходи так близко, ты что делаешь? А пенис показать, блядь? Не показывай, пожалуйста. Слав, не показывай, отойди, пожалуйста. А прикинь, я сейчас бы камеру просто, ну, из прикола повернула бы. А, да, хотя это был бы мне прикол. Нет, было бы всем прикол, на самом деле. Потом бы можно было его искать на сайте прошмандовки Азербайджана. Голым. Алло, шутник, блин. У меня аж, мне кажется, мандраж начался. У меня аж руки похолодели, серьезно. Ой, боже мой, фу, ужас. Серьезно, я очень напряглась. Это вообще не смешно, шутник. Ты оделся? Нет. А что ты идешь туда? Где? Да у меня нету. Ну, где? Да нет у меня. Ты взяла? Нет у меня. Дай. Да я не помню. Я сейчас выйду. Куда ты выйдешь? Не надо выходить. Ну, да, реально. Да у меня нету. Ну как нету, блин? Да нету у меня. Что ты пиздишь? Тут я не вру тебе. Не знаю, что он там ищет. Совесть потеряла. А? Ну у меня правда нету, Слав. Ну нет у меня. Ну ты видишь где-нибудь? Ну ты видишь где-нибудь? Нету мне нигде. Нету мне нигде. Нету мне нигде. Да у меня нету. Я сейчас хуй запихну. Куда? В камеру. Блин, я хочу пиццу. А я хочу члена отсосать, понимаешь? Блин, хочу пиццу. Блин, очень хочу приготовь пиццу. Я тоже не против. У нас нет муки, по-моему, она кончилась. Блин, очень хочу пиццу, ребят. Вообще доставкой жесть. Закажем муку, блин. И ты приготовишь. Хочешь кукинг-стрим, Катю, сделать? Хочу, но... Ой.
одна будешь но, делать но каждый день. Делаю каждый день куки экстримы, нахуй. Жрачками наготовишь, блядь, на месяц. Нифига вперед. Нифига ты, конечно. А ты что, не будешь участвовать? Пацаны, плюсуйте куки экстрим, нахуй. Одна жрачка. Я буду командировать, блядь. Я, короче, заказываю пиццу. Бустер ревнивый. Слав, замуйся на секунду. Так о чем мутиться? Я вообще не ревнивый. Ну, вообще-то ревнивый. Вообще-то нет. Вообще-то да. Время от времени. По сравнению с тобой, блядь. Ну, неправда. Не всегда я ревнивая. Иногда ревнивая, иногда нет. Если повод даешь, что ревнивая, так нет. Я вообще на самом деле не ревнивая, вообще пофиг. Вообще пофиг тебе, конечно. А ты, по пизди, ты молчишь, а сам втихую ревнуешь. Что за потом, пиздец? Потом через полтора месяца я узнаю, что он ревновал в этот день. А я это все чувствую, понимаете? А в этот день я еще и дрочил, блядь. За что ты любишь Славу? За что, блядь? Она как, блядь, первый раз меня захватила своей пятерней мои яйца, блядь. Что ты рассказываешь? Я просто думаю, что серьезно 200 лет уж как-то шутиться. За большой член, за большие яйца, ребят. Ну, это красиво, блядь. Не, на самом деле, все началось с нашей первой встречи. Как мы общались. Отлезал. Ну что ты все это? А что? Ты не сразу отлезал. Ну, через 3 минуты. Ну, 3 минуты уже другое дело. Так, за что ты любишь Славу? Так вот, я не ответила же. Слушайте, ну, когда мы проводили вместе романтичные вечера вдвоем, при свете луны, я заглянула в его глаза и увидела там просто свое счастье, свое будущее. Понимаете? Как же красиво пиздит.